Привет всем! В этом видео я вам расскажу, куда я инвестирую деньги вот на данный момент, потому что подписчики мне говорили, что вот, мол, да, ты инвестируешь в биткоин, лайткоин, но он уже вырос, все, конечно же, отлично, я заработал, но покажи нам, куда ты инвестируешь деньги на данный момент. Сегодня речь пойдет о криптовалюте Йота. Кто хочет в этом разобраться, пожалуйста, погуглите, что это за криптовалюта, потому что у нее очень интересная технология, и я считаю, что за этой технологией реально будущее. Погуглите, посмотрите, позаходите на форумы, поузнавайте информацию, также много видео есть в YouTube. Итак, вот оригинальный сайт криптовалюты Йота. Ссылки я на все буду оставлять в описании. Итак, смотрите. Переходим мы к кошельку. Вот кошелек. Вот по этой ссылке. По этой ссылке есть кошелек Йоты. Вот можете скачать, да. Для Мака, для Винды. Вот так вот выглядит данный кошелек. Конечно же, у меня немного с этим кошельком проблемы. Давайте попробуем зайти. Так, связь потеряна, но ничего страшного. Проблема не в том, что потеряна связь, а проблема в том, что эти кошельки у меня получились абсолютно разными. Абсолютно разными на Маке и на Винде. И вот я не знаю, в чем проблема. Немного меня это, конечно же, настораживает. Я сам вот немного не разобрался в этом, поустанавливал, перевел деньги. И теперь вот такие вот проблемы. Ну так, давайте перейдем к Йоте. Смотрите, какая у нас ситуация. Я закупился этой криптовалютой на 12 500 долларов. Об этом я говорил в Инстаграме. Подписывайтесь, народ, кстати, в мой Инстаграм, потому что в Инстаграме я публикую самые-самые свежие новости, а только потом уже рассказываю о них в Ютубе, в ВК. Смотрите, вот недавно все-таки наша криптовалюта стоила 1 доллар, да, почти 1 доллар. Ну вот, был выстрел, и она уже у нас почти 4 доллара, да. Какая у нас здесь ситуация? Видите, у нас здесь фигура треугольник, идет затухание. А на криптовалютах затухание заканчивается тем, что происходит пробой вверх. Идет пробой вверх, и криптовалюта дальше продолжает рост. Я инвестирую в долгосрочную перспективу, я инвестирую на год, на два. Но мои прогнозы такие, что вот может через 2-3 месяца эта криптовалюта вырастет в цене и будет уже где-то долларов 10. Так что я инвестирую сейчас, кто хочет за мной, инвестируйте. Я никого не заставляю, я вот вам рассказал мою ситуацию, так что выбор всегда за вами. Что это за сайт, люди спрашивали, это сайт TradingView, ссылку на него я оставлю в описании. Итак, где же я купил эту криптовалюту? Криптовалюту я эту купил на бирже Bitfinex, потому что она, эта криптовалюта, есть только на бирже Bitfinex. Но в Инстаграме уже говорил, что с этой биржей очень тяжелая ситуация, так как на эту биржу проводились хакерские атаки. Также эта биржа задерживает вывод средств, и в интернете ходит очень много слухов по поводу скама этой биржи. Но вот видите, я начал заказывать выплаты. Вот эта выплата 1000 риплов вывел. Дальше потом 15-го я вывел 1000 йоты. И вот еще вывел 6000 риплов. Я немного перевел сюда в деньги, потому что я хотел протестировать, действительно ли здесь все нормально с выводом денег. Но видите, у меня все отлично, вроде бы вывод прошел, написано, видите, что выплаты заблокированы, да, но в течение 24 часов все-таки деньги переводят, так что все нормально. Вот смотрите, у меня здесь осталось 1000 йоты на этой бирже, я тоже буду ее выводить на кошелек, на оригинальный кошелек. Вот еще осталось 4000 долларов здесь. Еще вот 4000 долларов я вывел на кошелек. Этот кошелек я установил на Маке. Там все нормально, выплата мне туда пришла. Сейчас вот я вам покажу скрин с Мака. Вот, видите, все шикарно, выплата пришла. Так что вот такая вот ситуация. Конечно же, если бы можно было ее купить на биржах там Poloniex или на бирже Эксмо, но там пока нету этой криптовалюты. Может, кстати, есть, я уже давно не заходил на те биржи. Если есть возможность покупать не через биржи, так покупайте не через биржи. Но такие криптовалюты всегда покупаются через биржи, потому что там стандартные криптовалюты, да.
там биткоин, лайткоин, они уже есть на обменниках, а вот такие вот криптовалюты еще на обменники не ввели. Так что я ее купил через биржу, пополнил я ее через биткоин, потому что здесь нужно пополнить сначала биткоин. Вот видите, все обмены всех криптовалют идут только через биткоин. Видите, только через биткоин. То есть вы должны сначала пополнить биткоин. Это вы можете сделать через обменник. То есть заходите на эту биржу, регистрируетесь, пополняете здесь кошелек биткоиновский, а потом уже, видите, вот здесь вот покупаете крипту. Все это очень просто. Вот депозит, вот видите ваш адрес биткоина, и его пополняете, и деньги уже у вас на этой бирже. Так что вот такая вот ситуация. Свою картину я вам рассказал, как я инвестирую. Про Ripple это будет отдельное видео. Сейчас я вот проинвестировал в Йоту и в Ripple. Ripple сейчас, кстати, очень выстрелил. Там тоже очень интересная технология у Ripple. Почему вот Ripple будет дальше расти и почему Йота будет дальше расти. Кому интересно, вот пожалуйста, вам нужно эту всю информацию узнавать. Кому интересно в это все инвестировать, вы должны в этом вариться, вы должны в этом узнавать. Потому что народ сейчас вот, сейчас создается история. Вот я считаю, что за криптовалютой будущее, что обычная валюта уже через 20 лет отойдет от обычной вот эти вот бумажные деньги, потому что мы сейчас с вами живем вот в такую вот эру, в эру перемен. И сейчас вот на этом можно делать сумасшедшие деньги. Сейчас это только все появляется. То есть не проходите, не будьте в стороне, если хотите на этом заработать. Так что выбор за вами, куда инвестировать. Кто хочет, можете инвестировать вместе со мной. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал. Сейчас вот зайдите и подпишитесь на мой канал, потому что я вам повторял, что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно поставьте лайк этому видео. Всем спасибо, всем пока.